Всем огромный привет. Сегодня в гостях у радиожурнала «Два капитана» замечательный гость, а именно Артем Вакуленко. Артем, здравствуй. Добрый день. Расскажи, кто ты, откуда, по какому поводу? Я из ЛХВ банка, управляю отделом приватного банковского обслуживания. Артем, скажи, пожалуйста, что самое главное в твоей профессии? Самое главное в моей профессии – слушать клиента, внимать его проблемам, уметь находить быстро приемлемые для клиента решения. Одним словом, выстраивать доверительные отношения с клиентом. Наверное, это самое главное. Когда клиенты приходят в банк, на что они прежде всего обращают свое внимание? Клиенты должны доверять тебе, доверять банку. То есть в этом смысле они обращают внимание на то, как ты с ними общаешься, насколько ты внимательно слушаешь их, насколько ты готов искать приемлемые для них решения, насколько ты заинтересован в том, чтобы он был твоим клиентом. Прекрасно.